Влад А4 рассказал, как изменился с появлением... До парада 5 минут! Какого парада? Я хочу еще, я плачу, и че? Ты зашел в тикток, и все... Маслят, потому что... Телефон! Айфон? Какой? 15? Нет. Да пятерочка! Примерно 12 лет сидел в туалете, играл свой план... Люди, которые сравнивают, кто кей-поп с футболом. Мы кто сравнивает кей-поп с футболом? Так, обучалка на нашу новую песню «Барабулька». Ты готова? Погнали, давай, как? Дайте угадаю, ему лет 20. Погнали. Сначала мы делаем... Или нет? Булька, булька. И на слове «барабулька» мы хлопаем. Ага. Потом булька, булька, барабулька. А что он такой маленький? 13 ему? А где барабулька? Я вам хотел всем сообщить, реально, очень важная новость. Что за хуйня? Собой, сигмобой, я такая вся, что добива. Да пятерочка. Дружили бы вы со мной, зная мои кины. Хуины. Очень круто. Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Очень круто. Ейша, блядь. Либо 66 алмазов мне кидаете, либо 500 суперлайков. А что будет, если не кинут? Отправляете 500 суперлайков, то я на вас подписываюсь автоматически. Ты на вас подписан, подписывайся автоматически. Тебе. Хочешь весело используй провести время? Большие иксы и крутые бонусы уже падают с неба в Lucky Duck. Тебя ждут большое комьюнити и множество уникальных игр с гарантированно высокой отдачей. Пополнение и выводы любым удобным способом. Каждый найдет подходящий. Не забывай про халявые бонусы. Выполняя простые действия, можно получить более 50 слитков на игровой счет. А также в соцсетях проекта постоянно раздают уникальные ваучеры. Скорее переходи по ссылке в закрепленном комментарии. И лови свою удачу на Lucky Duck. О, блять, что за хуйня? Оцени от 1 до 10 мою новую песню. Булька-булька. Знаете, на кого он похож? Вот это чел. Что, во-первых, с ним, блять? На Зиги, блять. Из Лентяева. Какие Зиги? Ну, это его так звали, вот Зиги. Либо на этого, как он, блять. Во, либо на Гидеона. На Гидеона он еще похож, пиздец. Это каша? Каша тоже на Гидеона. Сначала гуляла со Степаном. Хуя себе Степан дает, блядь. Почему ты грустишь? Может, Роблокс удалила тебе? Без комментариев. Отлично. Тебя в лайки форсит вот этот трек Мафани? Одиннадцатиклассница раньше. Чего, блядь? Нихуя неправда, блядь. О, так, во-первых. Во-вторых, одиннадцатиклассницы раньше выглядели пиздец. Блядь, не могу найти. Ну вот они одевались в белую блузку и в юбку, блядь. Ебать это выглядело, нахуй. Ебать они выглядели как эти афродиты, пиздец. Чики-брики. 8 часов. Да. Чики-брики. Сейчас сдохну. Да что это такое за булька, блядь? Да, ты видишь меня? Я какой тоже образ тебя нравится? Вижу. Даня хайп. Блин, они эту хуйню на радио еще поют. Детское радио! Когда твоя 11-летняя дочка-подросток почти догнала тебя по... А когда класс? Я спать. Подписчики Вероники Золотовой в соцсетях шокированы разницей в ее внешности, в интернете и в реальной жизни. Они предполагают, что ее худоба... Как так? Короче, отлично. В самолетах всегда идут с маленькими подарочками для детей, спрашивают, сколько лет... И мне ничего не дают, потому что игрушки мне 14, они такие, извините, вы уже выросли, и мне это грустно. Вот это пи***ц, печаль, блядь. Какие подарки для детей, в смысле, где такое дают? Им никогда, или было такое? Ну, очень давно, по-моему, такое было. Мне подарили какой-то магнитик, блядь. До сих пор такое есть. Ну, наверное, где-то в бизнес-классе. А теперь
Ведь мы Made in Russia, никого нам не страшен. Поем мы и пляшем. Made in Russia, Made in Russia. Все мы Made in Russia, никто нам не страшен. И повезло то, что в Китае вообще всем похуй. Че бы кто на улице не делал, какой бы хуй не страдал, не снимал, всем похуй вообще. Поем мы и пляшем. Made in Russia, Made in Russia. Ей очень повезло. Катя, вот энергетики вредно пить. На, послушай свое сердце. Литэнер же, все, там смерть. Топ-3 артиста, вызывающих кринж. Я. Егор Крид. Мы же про русских, да, только говорим. Тогда на этом все. Егор Крид флиртует с Люсей Чебо. Кто, какая, кто? Что за хуйня, блядь? Я вообще, я один никогда не понимал, какого хуя вообще вот шоу-бизнес до сих пор живет, блядь. Который там что-то кто-то где-то увидел, вот эти все эти желтые новости, блядь. Что-то кто-то с кем-то флиртует. Ой, блядь. Почему это, ну, людям интересно вообще? Мне вообще всегда было похуй, кто там, что с кем, куда, вот, блядь, поебать вообще абсолютно. Вот когда разоблачение какое-то выходит, да, прикольно. Ну, просто вот, что кто-то где-то с кем-то что-то увиделся, там, встретился, блядь. НК встречается с Гаврилиной! Да ебать, да и по. Ой, мне, нахуй, вот это мне в ТикТоке попадается. Мне не поебать, что ли? Допустим, он хоть сгорело, ебать, вот, ну, ебаться в зоопарке, но я не знаю, ну, мне по вообще абсолютно. Мне зачем это знать?